В связи с происшедшими в последнее время в Магаданской области несколькими случаями пожара в жилых помещениях, повлекших гибель детей, в мэрии города состояло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Координация действий и усилий органов местного самоуправления, государственной власти региона, органов опеки, полиции и МЧС. Такая повестка определила формат заседания. Как подчеркнул глава областного центра Юрий Гришан, общая работа должна быть всецело направлена на предотвращение несчастных случаев среди несовершеннолетних. Особенно отметил, что в области риска находятся малоимущие и многодетные семьи, а также семьи, проживающие в частном секторе. Соответствующими органами была проведена работа по выявлению семей, проживающих в условиях, представляющих угрозу пожарной безопасности. Их число составило 156 семей, из них лишь 86 дали согласие на установку пожарных извещателей. Также были проведены необходимые профилактические беседы. Сегодня была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством мэра города Магадана, на котором на повестке было два вопроса. Это первый, это по пожарным извещателям для малоимущих и социально незащищенных семей, дабы предотвратить пожары и информировать пожарную охрану своевременно. Ну и второе – это профилактическая работа, связанная с пожарами. Олег Аверьянов отметил, что профилактическая работа будет производиться совместно с управляющими компаниями. В планах выполнить очистку подвальных и чердачных помещений, а также произвести контроль состояния путей эвакуации в местах проживания семей из групп риска.